Вот. Все говорят, как выглядит рыжий абрикос. Вот так и выглядит. Он помельче. Вот он бывает 50-60 грамм. Но это самый вкусный считается. Вот. Бай Левицкий 89 грамм. Ну, 90 будем считать. Вот. Когда маленький урожай, а урожай был жидковат, поэтому он такой крупный. На самом деле он 50-60 грамм. Ладно, знакомлю. Артем 2. Это самодельный Артем, это мой клон, он не имеет никакого отношения к дальневосточному Артему. Вот. Сперва назвал Артемом в честь сына, а потом оказалось, что Артем есть. Вот, типа, хорошо, хоть самозванцем не считает. Вот. Дар небес. Прислали с Волги. Вот. Был ярко-красный. Они все постепенно усредняются. Я уже с ума схожу. Вот если бы не было бирок, ну посмотрите, я специально. Идет усреднение, никуда от этого не деться. Корежит их, во-первых, манжурец, ну хорошо, не уменьшает размер. Вот. Этих все, которые были с носами, Амур был с носом, нос потерял. Академик нос, это, клюв потерял. А Манитоба клюв потерял. Ну, это я вам жалуюсь. Возняков говорит, сохраню. Ага. Сохрани что-то. Вот. 6,5 грамма. Ну что я скажу? Довольно прилично. Так мы с вами какие сегодня пробовали? Грамма 3. Да, грамма 3. Надо их восстанавливать. В общем, почти загубили эту самую розовую, брянскую Брянскую розу. розовую. Ну, Юрий Васильевич, узнаете? Это ваши абрикосы. Один. Потому что к этим академикам мы привыкли. Но Мичуринский удивил страшно. Обычный урожай таких, наверное, деревьев 30-40. Что с ними делать, сами понимаете. Вот. А насчет формы. Разлапился вот так, естественно, ни разу не обрезал, потому что обрезка губит даже вот такие. Он уже. Это сын манжурца. Второе. Смотрите. Это тоже сын манжурца. Они родные братья. Ну как родные? Нет. Они сродные, говорят, да? У них Ну, они с наверное. одного дерева косточки. А опылили их разные. Смотрите, форма кроны. Я к чему говорю? В науке есть такой термин, называется расщепление свойств. А вот это вот, он же, плоды в два раза крупнее, слаще. Форму видели? Вертикальная. Еще раз. Вот такие чудеса. А это сродные братья. Папы явно разные. Вот, я почему это еще раз? Ребята, вы мне будете покупать косточки, на нем будет написано номер один, сын номер два, сын номер три, сын вкусный, сын скороплодный, вот, красный. Вот, поверьте мне, сразу говорю, можете меня считать за авантюриста, можете даже за какого-то фантазера, только не за обманщика. Вот, что вот с этих косточек вырастет совсем другое, а вот с этих тоже совсем другое. Не повторяют свойства. Не повторяют. Не нашли мы двух одинаковых. Не нашли. А еще меняется каждый год. У меня этот один становится из желтого красный, другой из красного желтый. Третий укрупнился, четвертый умельчился. Вот. И в этом вся ценность. И вот мой совет. У меня будет написано номер один, номер два, номер три, номер четыре. Сеять Амура номер один, номер два, номер три, номер четыре. И так далее. Вот. Берите. Знаете что? Ассорти. Там, где все косточки перемешаны. И вот тут ждите чудес. Вот это хотел сказать. Так, ну форма деревьев. Это ради того, чтобы показать. Если бы я придерживался и делал, когда был молодой саженец, до метра бы. А я вам еще покажу такие примеры, как учат. Что вот до метра надо, чтобы был штамп. Этого дерева не было бы в живых. Да, занимает много места. Но у него-то средний урожай по 20 ведер.